все люди хотят изменений в лучшую сторону. И вот конференция – один из способов ухватить какую-то мысль, идею, как поменяться. Вот ты смотришь на человека и видишь, как он горит. И, глядя на него, ты точно так же заряжаешься. Мы создаем особую атмосферу, в которой люди могут поделиться своими мыслями. Вообще какие-то вдохновляющие идеи приходят из диалога. Именно из общения с людьми, с компаниями, с бизнесом. То есть чужой опыт я переношу на вот свою какую-то жизненную стезю, и вот этот опыт стараюсь использовать. Вот такой щелчок озаряет тебя, и ты говоришь, вот это нужно сделать прямо. Мы хотим сделать так, чтобы люди приходили туда, отдавали свою одну-две идеи, но получали в ответ еще десятки. Поэтому просто прийти послушать спикера – это одна история. А прийти с кем-то пообщаться, вдохновиться, что-то сразу придумать и уйти уже наполненным этим и ощущением, идеями, нам кажется, это гораздо более ценно. Мы строим такое пространство, которое формирует в тебе желание идти вперед. Иногда нужно просто послушать другого человека, вдохновиться его успехом и для себя это запаковать и уйти применять в своем деле. Вдохновляют люди, которые наполнены любовью. Вдохновение, мне кажется, это когда увлекаешься идеей. Когда тренькает. Когда прет. Или дзынькает. Эмоция. Новые события. Путь к мечте. Впечатление. Это энергия. Это мотив. Это вообще замечательно. Чувствовать кайф.